Так, друзья, у нас в продаже Infiniti QX56 2008 года автомобиль. Такой вот здоровый он у нас. Оборудован датчиками парковки. Также камерой заднего вида. Мощный ударный бампер. Электропривод крышки багажника. Автомобиль семиместный. Даже, наверное, вряд ли семиместный. Хотя семиместный можно его так назвать. Для пассажиров заднего ряда монитор. Управление этой мультимедией. Отсек с наушниками. Также свет для каждого пассажира. Подогрев сидений. Кожаный салон в отличном состоянии. Бесключевой доступ. Электропривод водительского и пассажирского сидения. Люк. Все рабочее. Электропакет. Все электростеклоподъемники автоматические. Обогрев боковых зеркал. Память положения сидения. Электропривод зеркал. Крышка багажника. Кнопка регулировки положения педалей. Мультируль. Мультимедиа Sound by Boss. С навигацией. Куча всего. Раздельный климат-контроль, кондиционер. Полный привод. Также подогрев сидений первого ряда и обогрев рулевого колеса. Автомобиль в отличном состоянии. Всех, кто заинтересовался данным автомобилем, решаем к нам.